Я папа Ботанова. Ну-ка, ну-ка. Сынок, давай посмотрим, что ты тут приносишь со школы. Денюшки? Так у тебя же 4 по физкультуре. Так, дети, мне очень нужна ваша помощь. Конечно, Мария Ивановна, что нужно делать, говорите. Спасибо, Ботанов. Мария Ивановна, а что, без нас никак? Без вас никак. Говорите, что делать, Мария Ивановна. Мне завтра нужны твой папа, Ботанов, и твой папа, Затупин, чтобы после уроков были в классе. Хорошо, Мария Ивановна, как скажете. Нет, Мария Ивановна, что я опять натворил? Ничего ты не натворил, Затупин, мне просто нужна помощь в классе. Ой, повезло. Я уже думал. Блин, как его заставить в эту школу прийти? Он с детства ее ненавидит. Походу, я знаю от кого ты. Ой, можно подумать, ты школу любишь. Конечно, люблю, так же, как и мой папа. Ну, значит так, завтра жду ваших пап. Договорились. Здравствуйте, Мария Ивановна. Вы вызывали меня? Я папа Ботанова. А, здравствуйте. Как же вы похожи. Я бы вас узнала, даже если вы бы не представлялись. А где сидит мой любимый сыночек? Я займу его место и выслушаю вас полностью по всем темам и вопросам, которые у вас возникли. Пожалуйста, садитесь. Вот его место на первой парте. Самое почетное в классе. Ой, какой он у меня умничка. Парта не порисованная. Молодец, Ботанов. Молодец, весь папу. Марья Ивановна, вы, как говорится, говорите. Я все запишу. Что тут записывать? Нам предстоит ремонт. Это же надо сдавать деньги. Марья Ивановна, мы не готовы к таким расходам. Да. А чем вы можете тогда нам помочь? Ой, Марья Ивановна, я много чего умею своими руками делать. Мне в жизни приходится все самому. Могу и парты починить, и потолки побелить, и стены обоями поклеить, и пол покрасить. Да и убраться потом могу. О, отлично. Я нашла рабочего, осталось только деньги найти. Я даже знаю как. Так, все хорошо, папа Ботанова, не волнуйтесь. Мы все решим, все уладим. Можете быть свободны. Пронесло. Вот... А, секундочку. Что еще, Марья Ивановна? И, пожалуйста, проверьте дневник своего сына и распишитесь там. Потому что завтра директор будет проверять дневники учащихся. Ой, Марья Ивановна, конечно. Хорошо, хорошо. Я всегда проверяю дневник своего сына. И уверен в его... Надо новую папку... Денег нет, ладно. И уверен в его оценках. Не переживайте. Директор. За него перед директором можете быть спокойны. И не волнуйтесь. До свидания. Так, ну еще осталось дождаться папы Затупина. Ну, он, наверное, как и сын, опаздывает. Здорово! А я туда попал? Ой, судя по всему, папа Затупина. Ну да, чё? А чё, узнали? Один в один, как сын. Как тут не узнать? Так чё звали это? Чё вам нужен я-то, а? Проходите, садитесь, разговор есть. Ха, только это, не затягивайте. У меня куча дел, короче, а время деньги. Ну, слушаю. Ну, для начала вы сели не на место вашего сына. Будьте добры, пересядьте на последнюю парту. Чё? Да ладно, чё там? Мне отсюда лучше видно и лучше слышно. Давайте побыстрее, время, время. У нас намечается ремонт. Чем вы могли бы помочь нашему классу? Ха, все понятно. Попрошайки, так бы и сказали бы. Вот столько, хватит вам, чтоб меня больше... По мелочам! Не дергай! А может быть, вы умеете делать что-то своими руками? Ха! Конечно! Вот и забирайте то, что я умею делать своими руками! И не отвлекайте меня больше по пустякам! Еще вопросы есть? Ну ладно, хорошо, за денежку спасибо. И еще, кстати, напоминание. Проверьте дневник своего ребенка.
и распишитесь к клиенту ваших росписей. Директор завтра будет проверять дневники учащихся. А мне-то чё? Он у меня парень сообразительный, как я! Прекрасно умеет расписываться, как я! О, каламбур! Так что все будет нормусик! Не переживай, тетя-мадам! До свидания! Да, яблоко от яблони. Обновление в Бравл Старс? Ничего себе! Так, а где малой шляется? Ладно, пока поиграю. О, пап, здорово! А что это ты в моей комнате? Здорово, сынка! Вот тебя жду! Не знаю, где ты шляешься. Заодно решил в Бравл Старс поиграть. А тут обновление. Вот, грузится. А ты где был, а? Я в библиотеке был. Ха! Чё ты мне тут это? Лапшу на уши клеишь? Я звонил в библиотеку. Ты там даже и записан. Никогда не был. А я, папа, в эту, в областную записан. А чё, есть такая? Да ладно, расслабься. Я это, в школу к тебе ходил. Ну что там было, папа? Ха, да ничего. Дневник сюда свой давай. Так и знал, так и знал. Ну-ка, ну-ка. Сынок, давай посмотрим, что ты тут приносишь со школы. О, на мой похож. Математика, 2. Русьяс, 3. Молодцом. Русли, 3. Молодцом. Физра, 5. Круто. Иньяс, 2. Ну, пап, ну ты это понимаешь, ну. Так, 1, 2, 3, 4, 5 двоек. 1, 2, 3, 4, 5 троек. Почти спорная. О, физра. 1, 2, 3 пятерки по физре, это круто. 4. О, 4, братан. Пятюя. Я всегда мечтал, чтоб мой сын был спортсменом. О, что тут у нас еще? 4, ну-ка. Музыка. Это не я, Ботанов за меня пел, а поставили мне. Фух, пронесло. А то я думал, ты еще и в певцы пойдешь. Ладно, чувак, все по оценкам у нас ништяк. На вот тебе на мелкие расходы, понял? За хорошую учебу. Молодец. Батя, а в дневнике расписываться не надо? Да не смеши меня, а! Ты без меня прекрасно умеешь мою подпись подделывать. Так что... Не напрягай меня, пап! Математик уже 3 темы вперед решил. Я молодец. Здравствуй, сыночек. О, ты как обычно занимаешься уроками? Да, папа, уже 3 темы вперед решил по математике. Ой, ты моя умничка! А я сегодня был у тебя в школе. И что, папуля, надеюсь, ты мной гордишься? Конечно, горжусь! Не волнуйся, все прям очень даже хорошо. Мне говорят, я один из лучших учеников школы. Да-да, молодец! Я знаю, говорили. Но мне еще говорили, чтобы я дневник проверил. У вас там намечается директорская проверка. Точно, папуля, чуть не забыл. Держи. Я уверен в твоих знаниях. Ну так, просто надо проверить. О! Ай-яй-яй! Сынок, у тебя почти все пятерки. А почему по физкультуре? Постоянно не выше 4. У нас папа по физкультуре только у Затупина. 5 твердая. А я пытаюсь развиваться в других областях. Ну, молодец. Давай ручку, я распишу из дневники. Держи, папа.
А мне какая-то награда будет за хорошие отметки? У нас в классе денежки дают. Денежки? Так у тебя же 4 по физкультуре. Ну, папа, ну у меня же все 5 за все предметы. И еще я участвую в олимпиадах и занимаю 1 места в областях. Ой, ну ладно, так уж и быть. Сейчас посмотрю. Ура, денежки! Ну ты это, подожди! Сильно не радуйся. У меня тут, ну, не так много. Все не отдам. Могу вот поделиться. Мне же это хватит только на 1 вафельку. Уже хорошо, радуйся. А вот исправишь 4 по физкультуре, я тебе дам тогда на 2 вафельки.